Приветствую вас и пока по вашему описанию, вот судя по тому, что вы написали, тут речь идет пока именно об экспериментах. То есть мужчина просто экспериментирует, пробует что-то новое для себя. И все. То есть, пока никаких намеков, никаких причин думать о том, что у мужчины может быть другая ориентация, ну, я лично не вижу. Если даже вы сделаете все, что хотели бы сделать, да, то это все равно не означает, что у мужчины другая ориентация, просто потому что, ну, довольно многие мужчины, ну, какое-то количество мужчин, этим занимаются, это любят, но это никак не связано с их ориентацией, им нравится, что это делает именно женщина, им это очень нравится, и, соответственно, никаких каких-то отклонений от нормы здесь не наблюдается. Вот. А другое дело, конечно, если мужчина будет замечен за просмотром видео, где, соответственно, будут показаны гомосексуальные отношения. Это да, это уже действительно будет проблема. А пока я думаю, что волноваться причин нет. Вы молодец, что не отказываете мужу в удовольствии. Вы молодец, что даете мужу то, что он хочет, и я думаю, что все у вас будет в порядке. По крайней мере, вот пока, на данный момент. Вот. Конечно, вы можете просто более, знаете, более пристально наблюдать за своим мужем. Вы можете просто более внимательно смотреть за ним, смотреть, что он делает, как он себя ведет и так далее. Может быть, вы что-то заметите такое, что, ну, наведет вас на мысль о том, что, может быть, у мужчины что-то есть. Может быть. Но пока, еще раз повторю, вот пока на данный момент ничего нет такого и никаких намеков на то, что у мужчины есть ориентация, нет. Мне кажется, вы здесь просто сами ситуацию немножечко преувеличиваете. Вот. То есть пока беспокоиться нечем, посмотрите, что будет дальше, и тогда уже будете думать. Пока это напоминает безобидный эксперимент. И эксперимент, кстати, еще не факт, что мужчине понравится это ваше, ну, или его, или ваша совместная общая идея. То есть вы попробуете, ему не понравится, скажет: нет, нет, я не хочу. Вот. Но вообще нет, на ориентацию именно то, что вы описали, не влияет никак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.